Так, что это за херня? Это склад хрустального завода. Хрустальный завод – это флакон. Там всякие делали флакончики для духов, одеколона, всякой парфюмерии. Как что ли это говно-то привозили все? Ну что, блин, руками-то не притащишь. Рельс тут как бы все уже по ним не поездишь. Так, а вот эта вот херня, это на электростанцию. Наверное, какие-то агрегаты возили изначально. Савеловские сети. По бутылкам стрелял. Блин. Ну, конечно, базняк у бомжей с солнечными панелями — это капец. Тут, конечно, пиздец. Блин. Ну, вон там совок. Блять, такое место.